Всем привет, друзья! Сегодня, с вашего позволения, я рассмотрю парфюм для женщин под названием «Пандора». Производство «Аромат», акционерное общество «Аромат», Республика Татарстан. Они выпускают разные ароматы, разные парфюмы, в том числе мужские, женские, по низкой цене, настоящий бюджетный парфюм. Купил я его, как ни странно, для себя. Как так-то, братан, возможно, скажет кто-то. Да вот так вот, как так. Зашел я в гипермаркет «Магнит», смотрю, он стоит. Меня привлек внешний вид флакона. Просто он такой радостный, такой праздничный. Хотя я к женской парфюмерии фактически не подхожу. Вот, и я его затестил ради интереса. И мне очень понравился этот аромат, как ни странно. Вы знаете, женщинам нравятся иногда мужские ароматы, а нам, мужчинам, иногда нравятся женские ароматы. Тем более сами женщины говорят, что этот аромат, а я чуть позже расскажу, что это, откуда он, с чего он, скажем так, склонирован, это клон на самом деле, очень нравится мужчинам. И даже на одном форуме я прочитал, что у какой-то подруги, значит, какой-то парень, там, работник, там, автомастерской, там, здоровый детина, там, с огромными мощными руками, там, потихоньку подворовывал у нее вот этот аромат, ну, в смысле, прототип этого аромата. А прототипом является парфюм от Dolce & Gabbana, всем известных итальянских дизайнеров, парфюмеров, творческих людей, короче говоря, под названием «L'Imperatrice 3 номер». Это сверхизвестный женский парфюм, легендарный аромат. Вот с него сделан вот этот аромат, один в один фактически. Разные у них пирамиды, но, как ни странно, пахнут они одинаково. То есть я тестировал и тот, и тот. «L'Imperatrice» продается в Литуале, как ни странно, в дистрибьюторской сети магазинов «Рубльбум». И можно его спокойно затестировать. Единственная разница между этим и «L'Imperatrice» от Dolce & Gabbana – это стойкость, насыщенность. Тут, конечно, он превосходит этот. Этот звучит потише, не так интенсивно, не так ярко, но очень похож. Вот схожесть невероятная. Конечно же, на следующий день я чувствовал у себя на руке «L'Imperatrice», от этого не осталось и следа. Но он все равно приятный и нравится, как ни странно, очень часто мужчинам. Об этом говорят сами женщины, напомню. Итак, что это за парфюм? Название его «Пандора». Выпускает его акционерное общество «Аромат» из Республики Татарстан. 50 мл туалетная вода. 279 рублей в «Магнит Косметик» по скидке минус 20% 15 числа каждого месяца. Так его стоимость составляет примерно 450 рублей. Выпуск 2018 года, то есть свежий, современный, новый аромат, как бы, да? 80% спирта. Давайте посмотрим на коробку. Коробка выполнена в таком желто-коричневатом тоне. Тут какие-то блестки. Ну, приятный такой женский парфюм. Приятно коробочка смотрится. Тут вся необходимая информация. А тут сверху очень красиво так сделано рифленым перфорированным, рифленым таким вариантом вот эта вот часть. Очень так приятно. Как будто какой-то вафельный торт. Внутри мы видим картон. Самая простая упаковка. Картон там, можете видеть, белого цвета. Ничего необычного. Все легко и просто. Но коробка, тем не менее, приятная. Упаковка сам. Что касается флакончика. Очень приятно сделано. Меня вот, честно говоря, привлекла вот эта вот. То есть, лимонного цвета жидкость. Праздничный флакон. Рифленая вот тут вот. То есть, вот она вот, видите, как сделана. То есть, выпирает такие, как бы, треугольнички. Тут то же самое. Золотистый, приятный очень цвет. Внутри вот
так вот сделано, то есть пластмассовая вставка. Это пластмасса все. Позолота вот это вот. И сам флакончик. Как он пшикает? Давайте проверим. Пшик, четкий пульверизатор. Хорошо работает. И сразу я почувствовал этот аромат. Этот офигенный аромат. Ну, ребята, это действительно классно. Вот что-то в нем есть такое, что заставляет обратить на него внимание. Давайте посмотрим на его пирамиду. Она очень проста. Написано, кстати говоря, на коробке. Вот она здесь. Кто-то говорит, что здесь неверная пирамида указана на форумах парфюмерных. Я точно не знаю. Я говорю, что в моем распоряжении. Раз сам производитель написал, наверное, ему виднее. То есть это бергамот. Хотя разные варианты бывают, как мы знаем, с новой зарей, да? Верхние ноты бергамот. Середина белый мускус. И база это пион и роза. Вот все. Вот и вся пирамида. А давайте посмотрим на пирамиду L'Imperatrice, который был выпущен в 2009 году. То есть уже давненько. И там немножко другая пирамида. Хотя напомню, что их ароматы вот эти вот невероятно схожи. То есть сам аромат непосредственно. Так что же L'Imperatrice? Верх это розовый перец, киви и ревень. Или ревень. Середина жасмин, цикламен, арбуз. И база мускус, сандал, лимонное дерево. Лимонное дерево под вопросом. Некоторые говорят, что его там нет. И вот смотрите, вот казалось бы совсем другие компоненты. И тем не менее, вот какое отношение имеет бергамот к розовому перцу, киви и ревень. Тем не менее, верх звучит одинаково. В целом они звучат очень схожи и похожи. Я не знаю, как они этого добились на вот здесь, на аромате. Но действительно, я просто затестил одновременно. На одной руке один, на другой L'Imperatrice. И это реально одинаковые ароматы, парфюмы. С той лишь разницей, что еще раз повторю, L'Imperatrice звучит поярче, так вот, поинтенсивнее, порезче и стойкий. Конечно же, он стойкий. Таким образом, мы видим, что этот аромат, этот парфюм, это клон. Это клон, то есть просто аналог. Хотя тут есть определенное, как бы требуется пояснение. Дело в том, что аналоги отличаются от так называемых копий, подделок. То есть это как бы они не выдают себя за оригинал как копии, они не делают, возможно, по лицензии как реплику, то есть копию аромат, но тем не менее должны указывать название оригинального парфюма, да, на коробке. Но здесь этого нету, поэтому вот с одной стороны он даже как бы и под аналог не подходит, но тем не менее, скажем так, по факту это формально, может быть, даже это и не аналог, но по факту это аналог, потому что это все признают на форумах схожесть этих парфюмов с этого и L'Imperatrice номер 3 от Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana, напомню, это парфюм класса люкс. Это же, конечно же, масс-маркет. То есть он продается по низкой цене, распространенность его сейчас он набирает обороты, начинает, хотя как новинка проходит, но тем не менее продается в магнитах и в других сетях. Значит, что еще требуется сказать? Цена. Цену я назвал, скажу что Dolce & Gabbana L'Imperatrice стоит от 1800 до 6500 рублей, например, Il de Botte он стоит 6500, вот. А где-то можно найти и подешевле, например, я где-то видел на Юлмарте, да, распродажа, или на Озоне, сейчас не помню, в интернет-магазинах цена его около 3000, ну, того аромата Dolce & Gabbana. Этот, как я уже сказал, стоит в районе 350 рублей. Сверхприятный аромат, я сейчас его ощущаю. Значит, напомню, что... Вернее, скажу, что это цветочный аромат.
Относится он также к акватическим. Акватические вообще, как бы морская, но морские, как бы вот эти вот, морское направление, довольно новое направление в парфюмерии, зародилось в 90-е годы. И вот эту морскую нотку здесь дает цикламен, который присутствует у Dolce & Gabbana. Здесь, я напоминаю, его нету, этого цикламена. Но, тем не менее, я чувствую сходство этих ароматов очень сильное. Вообще же, я не чувствую здесь морской ноты особой, хотя многие ее чувствуют. Многие ее чувствуют. Женщины говорят об этом. Я чувствую здесь просто фрукты. Сладость фруктов. Это сладкие фрукты. Вот настолько приятные, что просто вот... удивление. Вот как будто это мужской такой сладкий одеколон какой-то, фруктовый парфюм. Вот реально. Ну а почему бы нет? Существуют же одеколоны для женщин. Мы же помним, что Шипр был создан Кати для женщин изначально, а перекочевал потом в мужские шкафы, значит, где находится парфюм. Мы знаем, что одеколоны очень часто выпускают и для женщин. А почему бы и духи, тем более у него такой приятный аромат. Вот. Фруктовый, сладкий, семейство цветочных, озоновых. Попробуйте, если есть возможность, может быть, и вам тоже понравится. Я говорю только о своем мнении. Вот. Годность его 5 лет, как ни странно, то есть хорошая годность. Вот, 5 лет. Что еще сказать? Основное, что скажу, это то, что он, этот аромат, этот парфюм, его аромат я чувствую именно как фрукты, сладкие фрукты. Очень приятное сочетание. На этом, пожалуй, все. Такой немножко сумбурный получился обзор. Но тем не менее. На этом все. До свидания, до следующих видео.